28 января 2016 года. Я в центре Братиславы, друзья. Это подкаст книги «Государь». Здесь, видите, такое эхо даже немножко звучит. Редкое. Ого! Оу! Но, интересно, нашел эхо. Редкое время и место, когда здесь нет людей, и можно сказать что-то важное. Такой большой кусок правды отрезать и насервировать. Значит, это самое практически древнее и главное здание городской ратуши. Внизу там какой-то музей средневековых пыток, где я никогда не был, друзья, за 27 с лишним лет жизни. Как-то вот я до этого музея не дошел и не дойду. Ну вот я вам показал это все красивое, сказочное, а теперь суть. Суть такая, что книга «Государь» будет скоро написана, и что в этой книге будет разобран вопрос о власти красиво, образно, весело и преимущественно применительно к современной Европе, в сердце которой мы находимся. Как говорят словаки, это сердце Европы. На эту роль претендуют много других стран, почему-то особенно Польша и Литва. Вот. Много сердец у Европы. Словакия – одно из них. Так что это был клип из серии «Замануха», есть такое слово. Вот, я вас заманиваю читать книгу «Государь», а себя заманиваю ее быстро написать.